Так, ну это хорошо. На самом деле, последняя задачка в домашке, она немножко была написана с некоторым опережением. Ее можно делать с использованием тех знаний, которые мы обсуждали в прошлый раз, но, в принципе, проще использовать более специализированные инструменты. Значит, в прошлый раз мы говорили, как мы можем обратиться к какой-нибудь веб-странице, получить ее исходник и дальше с помощью Beautiful Soap этот исходник обработать и найти там какие-то нужные элементы. Вот. Но на самом деле вот эта часть, когда вы смотрите на исходник страницы, смотрите на то, как страница устроена, и пытаетесь понять, как именно вам нужно извлечь ту информацию, которая вам нужна, ну, это всегда такой не всегда очевидный этап, какая-то такая творческая деятельность. Нужно придумывать какие-то методы, потому что все сайты устроены по-разному. И совсем какого-то универсального решения тут нет. Но есть какие-то типичные ситуации, и есть инструменты, которые позволяют в этих ситуациях довольно легко с этими ситуациями справляться. Ну, собственно говоря, давайте еще какой-нибудь пример рассмотрим. Вот, допустим, я хочу, ну, я не знаю, допустим, я хочу зайти на сайт вышки и посмотреть что-нибудь, что у нас здесь есть. Вот, например, тут есть какие-то новости. Допустим, я хочу вытащить информацию про вот эти новости. Видно, что здесь есть какая-то такая структура. Ну, вот тут есть заголовок, есть дальше какой-то короткий сниппет этой новости, и есть какие-то вот теги краткие, по которым можно потом дальше будет искать. В общем, какая-то вот такая вот структура страницы. Ну и давайте посмотрим, что с этой страницей можно сделать, если, например, я хочу получить вот все эти новости в каком-то таком машиночитаемом виде. Ну, давайте в первую очередь просто посмотрим на исходный код. Значит, на самом деле сайт вышки очень приятен для такого скрэпинга, потому что, видите, здесь все теги, они имеют классы. И в этом случае, если у вас тег имеет какой-то класс, то его очень легко, ну, его довольно легко выделить среди всех похожих тегов, которые есть на странице. И это нам очень сильно упростит жизнь. Но на самом деле, вот я сейчас смотрю так вот ручками, вот, допустим, если меня интересуют вот все вот такие вот заголовки, да, как их можно охарактеризовать? Ну, их можно охарактеризовать так, что давайте посмотрим. Значит, во-первых, кто он такой? Значит, вот видно, что это какая-то ссылка. Ссылка находится внутри тега H3 с классом PostTitle. А эта штука, в свою очередь, находится внутри тега li с классом PostItem. То есть видно, как устроена эта страница. Значит, ну вот div — это просто какой-то прямоугольник на экране. Но в данном случае это прямоугольник, который отвечает за одну колонку. Видите, как здесь это устроено. И дальше внутри этого div есть с помощью тегов ol и li сверстаны как вот эти вот отдельные новости. Если помните, в прошлый раз мы обсуждали вот эти теги ol и li. ol — это unordered list, li — это list item. Казалось бы, ну вот обычно эти теги изначально в HTML, эти теги были нужны для того, чтобы делать ну вот такой вот обычный список с балетами, да, которые мы часто видим на каких-нибудь презентациях. Вот. Но с течением времени, с развитием HTML и с развитием веб-разработки, возникла такая идея, что, ну, вот изначально, когда HTML только создавался, предполагалось, что
в HTML человек будет писать некоторую такую логическую структурную разметку, да, то есть говорит, что здесь у меня будет абзац, тут у меня будет список, тут будет табличка и так далее. А как все это будет отображаться на экране, это уже, в общем-то, никого не интересует. Ну, как бы изначально HTML, там, изначально вся эта инфраструктура создавалась в суровой академии, и никто, в общем-то, особенно и не предполагал, что с течением времени она станет основой для такой штуки, как современный веб. Но в какой-то момент люди поняли, что помимо того, чтобы писать какую-то семантическую разметку, по смыслу структурную разметку, хочется еще и как-то контролировать содержание, контролировать оформление страницы. И дальше возникла технология, которая называется CSS, Cascading Style Sheets, собственно говоря, благодаря которой мы имеем вот этот вот свойство класс, потому что оно с помощью вот этой системы Cascading Style Sheets, оно объясняет, что на самом деле вот эту вот штуку, ее нужно оформлять не как, несмотря на то, что вот здесь сказано, что вот это вот элемент некоторого списка, неупорядоченного, ее нужно оформлять не в виде там, вот, списка с балетами, а в каком-то другом, каким-то другим образом. Но по смыслу вот этот вот список новостей – это тоже список. И поэтому он здесь оформлен с помощью тегов, с помощью тега LLI. Вот. Ну, в общем, короче говоря, чтобы, например, вытащить информацию про вот эту новость, нам нужен вот этот тег LI, и внутри него хочется найти, например, вот этот тег H3, и там дальше посмотреть, что здесь еще есть. Здесь есть вот div с описанием поста и div с тегами. Кстати, как здесь теги оформлены? Теги оформлены просто H-ками. Интересно. Вот, кстати, я в прошлый раз говорил, что у одного тега может быть несколько классов. И вот здесь как раз пример. Вот здесь вот у тега A есть класс link, link no underline, рубрика, рубрик 9. А вот у этой штуки есть какие-то другие классы. Поэтому она оформлена по-другому. Ну, кажется, разница в том, что здесь есть класс рубрика, а здесь есть класс тег. Кстати, вот эту веб-страницу можно как бы редактировать в прямом эфире, чтобы посмотреть, что произойдет, если я что-нибудь здесь поменяю. Вот, например, я добавил сюда класс рубрик, и, видите, он меня перекрасил. Хорошо, если я добавлю рубрик 9, он тоже перекрасит, отлично. Вот, поэтому, если вы видите скриншот какой-нибудь веб-страницы, не всегда стоит этому скриншоту верить, если он пришел не из источника, которому вы доверяете, потому что с помощью инструментов браузера подделать веб-страницу очень легко. Например, я могу взять сейчас, поменять какое-нибудь содержимое. Ой, нет, я не хотел сюда кликать. Могу поменять какое-нибудь содержимое здесь. Давайте заголовок поменяем. Стал партнером. Марсианская олимпиада по информатике. Вот. Теперь можно бежать делать скриншот про то, про Марсианскую олимпиаду по информатике. Ну ладно, это я так. Вот, короче говоря, к чему я все это говорю? К тому, что значит, у ссылок может быть, ну вообще у тегов может быть несколько классов, но нам достаточно по какому-нибудь одному классу понять, что мы вообще хотим. Правда, что эти изменения не сохраняются уже на сайте? Это как бы время? Да, изменения, конечно, не сохраняются на сайте. Если бы они сохранялись на сайте, мы... Ну, то есть, если вы умеете сохранять такие изменения прямо на сайт вышки, то, ну, то это не я вам должен что-то рассказывать, а наоборот. Вот. Ну, как бы есть хакеры, которые умеют взламывать, как бы пользоваться какими-то уязвимостями в сайтовом ПО и менять содержимое сайтов.
Понятно, что если сайт хорошо защищен, то это сделать сложно. Но теоретически где угодно могут найтись какие-то дыры, с помощью которых можно сделать то, что называется deface. Это когда вы заменяете содержимое сайта на какую-то другую страницу. Когда-то давно, когда я учился в старшей школе, нет, на первом курсе уже, я сделал сайт, написал для этого сайта собственный сайтовый движок, и в какой-то момент этот самый мой сайтовый движок взломали и повесили там на главную страницу какое-то содержание, типа, ну вот, мы ваш сайт взломали, пожалуйста, убедитесь в том, что у вас все достаточно хорошо защищено, потому что мы-то добрые хакеры, мы взломали просто так, а бывают злые хакеры, они могут взломать, чтобы причинить вам вред. Вот, я быстренько, конечно, нашел ошибку, она была ужасно глупая. Это была прям вот хрестоматийная ошибка того, как не нужно делать сайты. А инструменты работы с HTML — это просто встроенные инструменты Safari. Значит, в принципе, они очень похожи сейчас во всех браузерах, то есть Google Chrome примерно такие же по возможности, может быть, немножко по-другому оформленные. Кажется, в Firefox есть какие-то экстеншены, которые добавляют еще каких-то дополнительных возможностей, но, честно говоря, я не думаю, что вам нужно что-то, кроме вот таких вот того, что просто по умолчанию работает. Вот, ну ладно. Чего я, собственно говоря, хотел сказать? Я хотел сказать, что, с одной стороны, мы можем сами искать, как бы разбираться вот так вот в исходнике и пытаться понять, как устроены те теги, которые нам интересны. Давайте вот интереса ради попробуем это сделать. Например, я хочу просто вытащить все заголовки всех новостей. Import requests. Import beautiful soap. Он мне по-английски отдает страницу. Сейчас как бы ему так объяснить, что я хочу не по-английски, а по-русски. Set language. Значит, по всей видимости, он как-то по IP-адресу понял, что он хочет отдать мне эту страницу не по-русски, а по-английски. Видите, здесь в браузере я могу нажать на кнопочку, и он после этого все-таки переключается на русский. А сейчас мне, чтобы это сделать программно, видимо, самый простой способ – это добавить специальный заголовок запроса. Дело в том, что в запросе, ну вот в том запросе, который мы отправляем серверу, на самом деле содержится не только информация о том, какую страницу мы хотим получить, но и еще информация о том, там всякая разная дополнительная информация. Ну вот давайте мы скажем, что мы принимаем язык русский. Значит, как он тут? Ру, так что ли? Смотрим, сработает это. Да, сработало. Ну, просто в браузере вы, в принципе, можете настроить, какой язык сайта вы хотите, и теоретически сайт должен этому следовать. Так, и чего я там говорил? Я говорил, что мы хотим, например, вот эти ссылочки. Значит, можно по-разному их сейчас найти. Можно, например, просто сказать, что я хочу все теги H3 с классом postTitle, это, наверное, то, что я хочу. H3. Ну да, похоже.
Хорошо. Значит, есть на самом деле способ, как можно получить в какой-то мере более автоматизированно сделать вот такие запросы. Значит, есть такая штука. Да, сейчас мне, видимо, нужно будет перейти в другой браузер. Давайте. Значит, мне сейчас нужен Chrome. В Chrome есть штука, которая называется Selector Gadget. Давайте я его установлю, если он у меня еще не установлен. А, это он у меня, видимо, установлен. Вот, если просто вы загуглите Selector Gadget, вы его наверняка найдете. Давайте я сейчас пришлю в чат название. Вот, это штука для Chrome. Вот она. Так, ну и давайте попробуем сделать то же самое. Так, только как его мне включить? А, вот. Значит, вот, этот самый Selector Gadget позволяет добавить сюда такую кнопочку. И теперь я могу выбирать те теги, которые мне нужны. И он мне будет выдавать штуку, которая называется селектор. Селектор – это такой язык запросов к веб-странице, то есть это такой способ выбрать на веб-странице нужные теги. И там, это на самом деле какой-то такой самостоятельный язык, там есть какая-то собственная грамматика. Ну, в общем, я не очень хочу сейчас глубоко в это углубляться, потому что все-таки не курс по веб-разработке. Вот. Но просто полезно знать, что такая штука существует. И что вы можете теоретически написать запрос, который выделит ровно те теги, которые вам нужны. Ну и, собственно говоря, Selector Gadget позволяет это делать в автоматическом режиме, ну, в таком полуавтоматическом. Значит, вот я сейчас изначально кликнул по вот этой ссылке, и это означает, что я хочу, чтобы вот эта ссылка удовлетворяла моему запросу. Он мне выдал, значит, в качестве соответствующего запроса, в качестве селектора, он мне выдал «А». А это просто тег для ссылок. То есть он мне сейчас выделил все ссылки на странице. Но это, конечно, не то, что я хотел. Поэтому давайте я теперь выкину какой-то из элементов, которые мне не нужны. Например, я сейчас не хочу вот эти вот теги. Значит, я его выкинул, и он мне сформировал новый запрос. И теперь вот этому новому запросу удовлетворяют только те, видно, что удовлетворяют только те заголовки, которые мне нужны. Больше ничего нету. И этот запрос, он вот такой, post-title A. Значит, что он означает? Он означает, давайте я сейчас его просто перенесу назад в... Значит, вот он, этот запрос. Значит, смотрите, здесь что написано? Во-первых, тут написано точка, а потом написано post-title. Значит, вот то, что начинается с точки, это означает, что это тег, которому соответствует тег, который принадлежит вот этому классу. То есть вот эта часть, она похожа на вот эту часть. А дальше то, что здесь написано A, это означает, что меня интересует тег A внутри того тега, который удовлетворяет вот этой части. Ну, то есть видно, что вот здесь вот я искал все H3-шки, а вот этот запрос, он позволяет сразу выделить внутри этих тегов H3, выделить тег A. То есть он на самом деле, вот этот запрос, он эквивалентен вот такой штуке. Типа такого. Tag find A for tag in. Вот такой результат. Вот, но пишется гораздо быстрее, по крайней мере, короче. Вот. Надо сказать, что у этого языка CSS-селекторов довольно много возможностей. То есть там можно выделять
не просто тег, который удовлетворяет там данному классу, но и там типа третий тег среди тех, которые удовлетворяют данному классу, и там найти внутри этого тега, найти еще что-то. Ну, в общем, короче говоря, в принципе, можно делать довольно замысловатый запрос такого типа. Но самое приятное, что нам, вообще говоря, не нужно знать, этот язык, как этот язык запросов устроен, потому что у нас есть селектор гаджет, и с помощью него он вам сам выдаст запрос, просто вам нужно будет тыкать на те элементы, которые вам нужны, потом убирать те элементы, которые вам не нужны, потом добавлять те элементы, которые нужны, и так до тех пор, пока процесс не сойдется. Это не всегда работает, но довольно часто работает. Такой дешевый способ это получить. Вот. И это первая вещь, про которую хотел сказать. Да, надо сказать, что вот этот Beautiful Soap, он не все CSS-селекторы умеет обрабатывать. То есть этот язык на самом деле сложнее, чем то, что умеет делать Beautiful Soap. Но, по крайней мере, какие-то вот такие вот простые запросы вот такого типа он умеет обрабатывать. Кстати, если бы я хотел бы по какой-то причине указать, что вот здесь мне нужен в качестве внешнего тега мне нужен именно тег h3, то я мог бы написать вот так. То есть, например, вот так вот я явно указываю, что мне нужен тег h3 с данным классом. А так я говорю, что внутри этого тега мне нужен тег a. А вот, например, я так могу выделить вообще все теги h3 с разными классами, с кем угодно. А вот так, например, я могу выделить все теги A внутри всех тегов H3. Вот. Ну, в общем, такая довольно симпатичная штука. Вот, это первая вещь, которую я хотел рассказать. Вторая вещь посвящена более таким интерактивным вещам. Довольно часто нам нужно не просто скачать все данные с одной страницы, а довольно часто мы хотим еще что-то сделать. Ну вот, например, я хочу не просто скачать все новости с последней страницы вышки, а хочу идти дальше. И вот здесь видно, что здесь есть кнопочка «Следующая страница». Когда я на нее тыкаю, я перехожу дальше, и так я могу тыкать и тыкать, и каждый раз скачивать новую страницу. Вот. И тут на самом деле есть разные подходы. Ну, первый подход состоит в том, что можно попробовать понять, как, что меняется в адресе, когда вы тыкаете на следующую страницу. Здесь видно, что у меня адрес просто устроен так, что значит, он содержит ссылку на HTML-файл, в котором написано page2, page3, page4. И, в общем, в принципе, можно было бы легко просто написать цикл, который просто в цикле будет увеличивать номер страницы на единичку. Но это не всегда возможно, потому что не всегда страницы нумеруются так. Иногда все-таки нужно протыкать по ссылкам. И, в принципе, это можно сделать вручную. То есть ничто не мешает нам с помощью Beautiful Soap найти вот эту вот ссылку. Значит, вот она. У нее, кстати, класс. Класс приятный, button blue, button large. Она, наверное, одна такая с такими классами. Дальше найти, на какую страницу она ссылается. То есть взять вот в этом теге A, выделить, куда он там ссылается, какой у него href. Дальше сформировать правильным образом адрес. Кстати, тут стоит сказать пару слов по поводу того, как вообще адреса в интернете устроены. Ну вот самый простейший, вот довольно простой адрес – это вот такой. Значит, вот такой вот адрес, он довольно простой, он устроен так, он состоит из следующих частей. Значит, вот эта часть HTTPS – это название протокола, то есть в данном случае мы говорим, что нам нужна просто веб-страница, а вот эта буковка S означает secure, то есть соединение шифрованное. Ну, сейчас почти все соединения, они шифрованные. Значит, HTTP – это Hypertext Transfer Protocol. Протокол передачи гипертекста – это ровно тот протокол, по которому работает веб, по которому работает веб-страница. Потом идет вот это двоеточие слэш-слэш, потом идет доменное имя, то есть вот это ссылка, ну, грубо говоря, на некоторый конкретный компьютер, который где-то стоит подключен к интернету.
А дальше вот это, после этого слэша идет как бы адрес страницы на этом компьютере. Это на самом деле все не совсем правда, но сойдет. Вот. Ну, в частности, например, важный момент, вот эта часть адреса, она не зависит от регистра. То есть если я напишу вот так, то ничего не поменяется. Это будет ровно та же самая страница. А вот эта часть, она может зависеть от регистра. Если я напишу здесь вот так, то я, скорее всего, получу ошибку. Вот. Ну ладно. Значит, давайте просто обратимся к вот этой странице. Попробуем найти там нужную ссылку. Опять она, небось, не на том языке мне сейчас выдаст. Давайте я... Find. Так, как там эта штука называется там? Кстати, давайте я опять же покажу вам с помощью селектора гаджета, как бы это сработало. Так, нет, я сейчас хочу все новости. Значит, вот, допустим, я хочу вот эту ссылочку получить. Так, о чем мне говорят? Похоже, только она и выделилась. И при этом это, похоже, единственный тег-лейбл. Ну, ладно, это было что-то даже слишком просто. Давайте я попробую еще раз. О, button large. Ну да, видимо, это единственная кнопка с классом button large. Ладно, давайте так и оставим. Давайте пусть будет select. Нет? Что такое-то? Что она не видит эту штуку? Интересно. Почему-то здесь она не видит. Загадочно. Ну хорошо, что она вообще видит. Что-то странное. Она вообще мне, что ли, эти новости не показывает? Хорошо, давайте я так сделаю.
все новости. Я забыл присвоить значение переменной правильной. Все, теперь все работает. Так, да, вот она, эта кнопка. Значит, ну, в принципе, дальше я мог бы... Значит, вот она, этот тег А, я мог бы вытащить из него ссылку. Теперь, значит, вот эта вот ссылка, видите, она начинается со слэша, то есть она указывает не на какой-то другой сайт, а она указывает на другую страницу на том же самом сайте. То есть здесь не написано там HTTPS, двоеточие, что-то там. А здесь просто приведен как бы абсолютный путь, но к другой странице на том же сайте. Поэтому, в принципе, я мог бы дальше сказать, что мне нужно сделать какую-то вот такую штуку. Как-то сконкатенировать. Да? Вот так вот, видимо. И теперь нужно будет запросить вот этот вот новый адрес и так далее. Ну, в общем, все это можно так сделать. Но я вместо этого хочу воспользоваться более специализированным инструментом. Есть такая библиотека, которая называется RoboBrowser. Давайте попробуем ее установить. Я, кстати, не уверен, что она сейчас заработает. Год назад она не работала без специального хака. Давайте посмотрим, как сейчас. Ну да. Удивительно, что ее до сих пор не починили, хотя, казалось бы, библиотека довольно приятная. Ну ладно. Сейчас найдем, как ее починить. Flask нет. Да, с 2020 года тикет открытый. Ну ладно. По крайней мере, у нас есть workaround вот такой. Давайте попробую это еще раз сделать. Да, теперь работает. Значит, что это такое? Ну, это на самом деле такая обертка над, собственно говоря, вот этими же библиотеками, которые мы обсуждали, Beautiful Soap и Requests. Ну, то есть это некая такая маленькая библиотечка, которая просто позволяет нам использовать те же самые функции, только чуть-чуть более, с более удобным интерфейсом. Давайте я покажу, как это делается. Так, тут. Значит, вот этот объект RoboBrowser, который я создал, это как бы такой маленький виртуальный браузер. Это не настоящий браузер, он на самом деле, ну, как бы. Это просто такая штука, которая помнит, на какой странице она находит, и помнит некоторые другие свойства. Там, допустим, она сохраняет cookies. Вот если вы куда-то залогинились, то для того, чтобы вам каждый раз при каждом посещении страницы не вводить логин-пароль, они запоминаются в специальном локальном хранилище, которое называется cookies. И вот этот самый робобраузер их тоже сохраняет. Значит, ну давайте посмотрим. Я хочу, во-первых, найти... Ну, допустим, я все-таки хочу найти... Не то.
Вот, вот сюда хочу. И давайте теперь посмотрим. Значит, допустим, я хочу скачать все вот эти заголовки. Как они называются? Ну, видимо, вот так можно попробовать. Давайте селектор напишу. Что-то страшненько все это выглядит. А, посттекст, это, видимо, не совсем то, что я хочу. H2 класс first child, вот что я, видимо, хочу. Да, вот они. Ну, давайте, например, возьмем от них текстовое содержимое. Вот, а теперь я хочу перейти на следующую страницу. И для этого мне нужно как бы кликнуть по вот этой вот ссылке. Вот этой вот кнопочке. А, опять же, я сейчас эту кнопочку найду. Это как раз button large. Нет, не работает так. Работает. Вот она. И теперь я могу по этой ссылке кликнуть. Нет, не могу. Значит, не так. Значит, браузер. Вот. Follow link. А вот в этот момент как бы браузер кликнул по этой ссылке. И если я теперь посмотрю, где я сейчас нахожусь, видно, что вот я как раз сейчас нахожусь на второй странице. И дальше я могу снова сделать вот такую же вещь и уже получить заголовки со второй страницы. Вот. Ну и понятно, что так можно сделать, например, там, допустим, давайте напишем какой-нибудь такой код. Чтобы мы начинали с самого начала и, допустим, 10 раз прокликали, давайте 5 раз. Пусть у меня titles изначально пустой. Дальше я вот этот titles добавляю. Те теги, которые у меня есть на странице, а потом я кликаю по ссылке. Давайте буду каждый раз печатать, где я сейчас нахожусь, например. Вот, кликает. Вот это самый приятный момент, когда вы написали какой-то код, и дальше компьютер делает то, что вы ему сказали.
Ну, давайте посмотрим, что у нас получилось. Ну, да, вроде похоже. Вот. Теоретически можно было бы здесь написать такой код, который будет кликать до тех пор, пока оно кликается. Например, это можно было бы в явной форме, ну, скажем, в явной форме проверять, что вот этот getLink, что он что-то возвращает. Ну, скорее всего, когда мы там докликаем до конца, там просто эта кнопка исчезнет, перестанет быть видимой, мы перестанем иметь возможность по ней кликнуть. Вот. И там в этом месте сделать break, выйти из цикла. Но, в принципе, если вы не хотите кликать до самого начала, ну, кстати, не так уж и много, 1462 страницы, может быть, это и можно было бы за пару дней прокликать до конца, до 2020, до 2002 года, боже мой. Да. Вот. Ну, вот пример использования робобраузера для того, чтобы просто делать такие простенькие, это называется краулер, скрипт, который ходит по страницам и дальше ходит по ссылкам с этих страниц, переходит на какие-то другие страницы. Общее название для такого класса скриптов – это веб-краулеры. Вот. Ну, на самом деле робобраузер можно использовать для более сложных вещей. Например, с его помощью можно заполнять формы. Вот, скажем, допустим, я хотел бы не просто чего-нибудь такое смотреть здесь, а, допустим, я хотел бы воспользоваться поиском. Давайте посмотрим, как эта форма устроена. Если она здесь генерируется не каким-нибудь странным способом, а просто... Дело в том, что не все на веб-странице содержится внутри HTML. В следующий раз мы обсудим, ну не в следующий, может быть, через один раз, обсудим, что делать в этом случае, но кажется, вот эта часть, это кажется настоящая форма. Давайте посмотрим. Browser open. Get forms. Да, вот она, эта текстовая форма. Видимо, это две какие-то одинаковые формы. Но давайте возьмем первую из них. И теперь можно как бы эту форму заполнить. Например, я хочу найти все страницы на сайте вышки. Допустим, про Rash. И теперь можно submit form. Ну и давайте посмотрим, что у нас там получилось. Нет, ничего интересного не получилось. Нет, почему-то не хочет, она сейчас так работает. Ну-ка, может быть, лучше сделать вот так. Сейчас давайте все-таки скажем, чтобы у меня язык был правильным.
Нет, почему-то так это не работает. Но хорошо, если я... Интересно. А где вот я сейчас нахожусь, по какому адресу? Search. А, ну понятно. А, видите, это более хитро устроенная штука. А, вот когда я здесь, видите, он не сразу отображает ответы, он их отображает через какой-то промежуток времени. Тут пишут, результаты загружаются. И это связано с тем фактом, что вот я уже говорил, что не все, что содержимое страницы сейчас не всегда содержится в HTML-файле, которое мы получаем. А иногда оно подгружается динамически с помощью JavaScript, это такой язык программирования, для, который используется в частности для программирования в вебе. А, и ну, вот с помощью просто обычных возможностей Python ничего с этим сделать просто так нельзя. То есть тут нужно будет значит, использовать какие-то более специальные инструменты, про которые мы чуть попозже поговорим. А, ну, так что конкретно вот с этим с заполнением этой формы, как видите, ничего не получилось. Давайте, может быть, попробуем что-нибудь другое. Давайте я попробую показать. Вот, старая добрая Википедия. Ну, здесь-то, может быть, нам дадут заполнить форму. Значит, search form. Так, значит, у формы и обычно есть несколько полей. Но в данном случае у нас очень простые формы с поиском. Видите, здесь есть буквально одно поле search. Но есть еще какие-то дополнительные поля. Ну, типа вот это вот поле отвечает просто за кнопку, на которую вы нажимаете, когда значит, хотите, чтобы браузер обработал эту штука. Ну, в данном случае у нас есть одно поле search. Давайте мы его чем-нибудь заполним. Допустим, тоже rash. Это не самый простой способ искать по Википедии программно, но... Просто хочется, чтобы это заработало уже. Нет. Тоже не хочет. Валит submit form. Почему ему не нравится? Чем ему не нравится? If not submit. Потому что в этой форме вообще отсутствует элемент submit, видимо. Потому что она тоже какая-то хитрая. Что такое? Что за веб нынче пошел? Нормальной формы нету. Сейчас. Пытаюсь вспомнить какой-нибудь сайт, на котором точно должна быть какая-нибудь нормальная, честная форма. Ну хорошо, если я все-таки сделаю вот так. Вот эта форма может быть нормальная.
Нет, тоже какая-то странненькая. Ладно, Википедия тоже не работает. Какой бы еще сайт показать? Ну ладно, допустим, я попробую показать, как залогиниться куда-нибудь, ну, допустим, в ту же Википедию. Значит, вот, допустим, я хочу работать в Википедии, но хочу работать со своего аккаунта. Значит, мне нужно будет сейчас, давайте посмотрим, здесь-то форма нормальная или тоже странненькая. Или они все формы переделали? Ну хорошо, тут по крайней мере нормальная форма. Давайте попробуем ее заполнить. Значит, меня интересует первая форма. Можно просто сделать вот так. Но есть вот эта функция getPass, которая позволяет ввести данные с клавиатуры, но при этом их не показывать. О. Ну, давайте посмотрим, как у меня теперь отображается. Допустим, я открою. Допустим, я хочу открыть свой список наблюдения. Откроет он мне его. Ну да, открылся. То есть вот я залогинился, и теперь я с помощью вот этого вот, поскольку вот этот объект браузер, он хранит cookies, которые мне прислали, соответственно, все запросы, которые я сейчас буду делать с помощью вот этого, вот этой вот штуки, они будут выполняться как бы из-под моего аккаунта. То есть видно, что вот я смог открыть свой список наблюдения, хотя без залогинивания он был бы недоступен. Вот. Но это как бы вот эта библиотечка RoboBrowser, она такая полезная для каких-то совсем простых
штук, простых формочек, простого какого-то вот такого залогинивания. Вот. Но для более сложных вещей, когда страница генерируется динамически, нужно использовать штуку, которая называется Selenium. Это такая штука, которая позволяет подключить к браузеру, подключить к питону полноценный браузер, уже не такой виртуальный, который там как-то реализован на самом питоне, прям полноценный браузер такой на дистанционном управлении, и дальше с помощью него открывать страницы, вообще делать все, что угодно. Вот. Но это мы про это как-нибудь в другой раз поговорим. Вот. А, соответственно, вот последнюю задачку из домашки можно как раз решать с помощью робобраузера, она для этого так хорошо подходит. А, там тоже нужно куда-то как-то по ссылкам кликать и все такое прочее. Ну, можно и без него обойтись тоже, не проблема. Вот. Ну, вот вроде бы все, что я хотел рассказать, я рассказал. Есть какие-нибудь вопросы? Mm-hmm.